я считаю трагедией, что, например, у нас в Германии, когда говорили в последнее время о беженцах, думают только о беженцах одних, из юга. Как будто в мире не было других беженцев. И это слабость украинской стороны, и, может быть, украинской дипломатии или тех друзей Украины, которые пытаются лоббировать ее темы, ее проблемы, что им не так хорошо удалось пробиться до нашего немецкого, ну, общественного мнения с темой, что есть в Украине эти 1 400 000, а по данным ООН, плюс беженцы, которые уехали в Россию, в Польшу, Белоруссию, это вместе, по данным ООН, 2,3 миллиона беженцев из Восточной Украины. И многие об этом, даже в Украине, не знают эти цифры, их можно смотреть на страницах ООН, они возобновляются через месяц. И это очень жалко для меня. Я был в разных там местах, в Харькове, в Днепропетровске, где живут беженцы, посмотрел и писал об этом тоже. То, что эта трагедия не дошла так, как следует, до, например, немецкого сознания, это грустно.